Всем привет! Сегодня мы поедем на Torrey Pines, на хайк у моря, там где горы. И заодно скатаемся в магазин Costco. Да, такой этот американский сетевой магазин большой. Типа, я так подозреваю, типа, как вот у нас метро есть, там карточки, это всякая такая фигня. Ну и, короче, буду снимать, показывать. Увидимся. Итак, вот мы идем в магазин Costco, вот он впереди меня, иду задом наперед. Короче, сейчас камеру разверну. Магазин Costco, посмотрим, что там есть. Выглядит магазин Costco, кассы, линии и, значит, полки с товарами. Продается все, даже вон цветочки, не знаю, одежда, алкоголь, огурцы, и все, вон огурцы, все. Все продается гигантскими партиями. Вот такие вот раздают сэмплы. Сэмплы, то есть, ну как я не знаю, тесты, короче, попробовать тебе дают. Во. В общем, вот, вот одежда. Все. Все, что хочешь. Вот арбузы продают. Вот. Вот $5. Вот арбуз, короче, выбираешь, какой хочешь. $5 всего стоит. Здесь вот у нас холодильники, продается замороженная продукция. Эти какие-то мидии, шримпы, вот стейки, японский вагу. Стейки, вон цена за стейк нормальный, вон $170, $180. Короче, в общем, классные штуки, такие стейки, такие вот. Супы японские. Здесь вот у нас фреш, свежие фрукты. Это большой здоровенный такой холодильник. Вот клубника. Вот за $5. $5 клубника такая вот. Черешня. Черешня $10. Вон за $5 есть черешня, другая. Вот такая вот черешня стоит $5. И живика тоже стоит $5, такая коробочка. Виноград. Короче, всего понемногу. Вот мандарины $5 стоят. Короче, такая вот виноград. Курицу с ними. Йогурты. Йогурты и гогурты. Сэмпл. А, вот. 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 Сэмплы взяли себе попробовать. Такие. Ями-ями. Здесь вот мясо продают. Такая вот шейка. Вот $20 стоит такая. Длинная шейка. Здесь у нас королевские креветки такие. $12 стоят большие. А вот хвосты лобстеров стоят. Вот $40. Вот такая вот штука. Там 5 штучек. Такие гигантские. Крабовые щупальца тоже стоят. $50. $80 в зависимости от веса. Вот это алкогольный стенд. Вина. Всякие. Так, ну и что вот сказать, вот Джеймсон, вот литр 75, такая бутылка, $40 стоит. Так, что еще? Black Label, $52 такая. Да, вот. Вот Джек Дэниелс, вот. Джек Дэниелс американский. $26 такой пузырек стоит. Давай. Покажу. Да, продемонстрируй, пожалуйста, людям. Да, вот человек специально надел черную повязку, маску, чтобы не сорваться и не выпить все это. Здесь всякая одежда. Так, у меня
все, что хочешь. Здесь вот отдел электроники, компьютеры, ну вот, HP. Здесь телефончики продают сразу уже с подключением к операторам. Вот, вот, кстати, цены, вот. Вот, тысячу долларов стоит iPhone 12 Pro Max на 128 гигабайт. Вот. Ну и вот, соответственно, оператор такой, либо 34-35 долларов payment. Вот телевизоры здоровенные стоят 1800 долларов, такой здоровенный экран. Вот. Такие маленькие телевизоры, какие хочешь. Вот, золото, бриллианты продаются тут, брендовые часы такие. Ну и вот тут такие, всякие, типа аптеки, лекарства, всякая фигня. Так, Вов, что ты будешь с этим фигней со всей делать? Есть хорошо. Расскажи. Я люблю таблетки употреблять с утра до ночи. Ну и вот мы встали в очередь в кассу. Сейчас пройдем. Ну вот здесь еще колеса продают, покрышки, аккумуляторы. Все, мы пошли на выход. Итак, вот мы решили взять немножко пожрать тут. Тут прикольные штуки. Булки, сосиски, вон гамбургер, $1.50 всего, с офигенной сосиской и с колой. Вот стоим, ждем. Вот так это выглядит, вот хот-дог и пепси-кола безлимитная. Выпью одну, пойду налью другую, сниму на видео. Вот одну выпил, пошел себе вторую наливать. Спокойно так. Подходишь, берешь и наливаешь, сколько хочешь.